Старый асфальт сняли, приступили к укладке нового. В Самаре продолжается ремонт большими картами улицы Солнечной на участке от Новой вокзальной до 22-го партсъезда. Меняют только верхний слой покрытия толщиной 6 сантиметров. При этом люки колодцев, которые провалились, поднимают на проектную отметку. Работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать плотному движению днем. Стоимость составит 14 миллионов рублей. Завершить ремонт на площади 20 тысяч квадратных метров в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчик планирует уже в конце мая. В настоящее время по программе «Безопасные и качественные дороги» выполняются работы по ремонту улицы Нововокзальной и улицы Солнечной. Это те основные дороги, это Поперечник и Продольник. То есть улица Солнечная – это дублер Новосадовой и достаточно важная улица для нашего города. Вообще, если говорить о планах на сезон, то общая площадь ремонта картами чуть менее 1 000 000 м². Планируется отремонтировать порядка 80 километров дорог. Ход работ на каждом этапе контролируют сами жители города и представители регионального штаба Общероссийского народного фронта. Всего в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют более 40 улиц.